Поздравил с Новым годом жителя региона и председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров. В канун Нового года мы подводим итоги, строим планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым будем стремиться. Безусловно, уходящий год был богат на события. Он оказался не самым простым для всех нас, но вместе с испытаниями принес и новый опыт, позволил открыть новые горизонты. Новый год – семейный праздник. Я желаю вам встретить его в кругу родных и близких людей. Пусть 2022 год будет щедрым на радостные события, оправдает ваши ожидания и принесет счастье, удачу, мир и благополучие в каждую семью, говорится в тексте поздравления.